Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной тест Меганьбы Махатма. Собрана у нас она есть с утеканием, с исцелением. Мы соберем ее на максимальный деф. То есть я верну ей ESO вместо утекания, в принципе, уберу. Можно было бы эмблемой поставить. В принципе, оно по сути там особо ничего не изменит, но хочется все-таки уже максимальный деф на ней просмотреть, проверить. Такс. Поехали, ищем нашу бабульку. Она на сегодня самый такой неубиваемый, самый имбовый герой в плане универсальности. То есть ее многие недооценивают. Так, убираем исцеление. Это будет бешеная бабуля. Убираю рунами уже исцеление. Ставлю каменку, так как каменка даст нам максимальный деф. Давайте сделаем восьмую руну, эмблему точнее. Не хватает на многих героях, я тестирую. Так, окей. Так, вот она. Есть. Максималочка готова. Ставим сюда ангела. То есть для того, чтобы был максимальный деф. Ну, в принципе, все. 60, 13, 13. На 13 360. 20 энергии забирает. Станет. Имеет плюс 100% атаки. 75 понижения. Ну, это дополнительно, это с бонуса. Давайте сейчас забежим сюда на секунду. Глянем разницу с 12-кой, потому что я так на глаз включал был. Я не смотрел, что там у нее какая прибавка. Ну, там она незначительна, как и у всех. Так, вот она. 12, 175, как видите, остается. 340, 360. Только добавилось немножко урона. Ну, поехали. То есть максимальный деф. По максимуму выжили. Так, это что у меня? А вот где мои все каменки стоят. Кстати, что у нас там по битве гильдий? Я так и не посмотрел. Там, наверное, второе, третье место. А может и ниже. Фу-ху. Это называется. А мне тут... А, последние проходили. Ну, сливались, как обычно. 105 проходов, но там половина сливов. Но по силе тут гильдии просто, ну, просто космос. Кстати, кто играет на английском андроиде, кидайте заявочки, вступайте. Вторые, четвертые места. Так, окей. Ну, у нас гильдия в основном бездонатная на английском сервере, как вы знаете. Очень много донатов играет. Ну, как бы за минимальный донат можно собрать. Так, окей, 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 окей. Где-то наша бабулька. Вот она. Вот так вот она выглядит, то есть максимум деф, усиленный отхил, получается отсюда 90% жизни, 60%, отсюда еще 60, отсюда еще 40, плюс ангел 80 и плюс скилл 75, то есть тут неубиваемый должен быть герой. Поехали, попробуем. Так, через лазулю нам, конечно, космо тоже есть, смотрю. Сейчас проверим космо с водушкой. Ну, там, где космо с водушкой, бессмысленно тестировать, потому что он будет вечно нам мешать, мы толком ничего не увидим. Вот, супер база. Так, космо не вижу, вижу розу. Вижу некроса, вижу стрелка, let's go. Смотрим. Смотритель нормально так нас надамажил. Ай, блин, я выкинул всех. А. Так. Блин, такая раста хорошая была. Махатму вам видно, я надеюсь. Я перекину себя сюда. Это слабенький, наверное, противник для нас. Ну,
Ну, 400 отхил идет у нас от этого, и больше у нас отхила по сути нет. В этом как бы и минус. Но посмотрите на это, да, видите, смотритель дамажит, конечно, жестко от процентуального. Но, блин, этот урон по 2000, это, конечно, смешно. Но, видите, не хватает отхила, вот никуда ты не денешься. А в любом случае, надо ставить какой-то отхил. То есть, утекание от утекания, блин, никуда не денешься. Но давайте еще потестим с каменкой. То есть, мы собрали максимальный деф. Даже ангел, который вроде топовый, смотритель бьет процентуально, то есть мы никуда не денемся. Два раза ударил, и все. У вас полетел минус. А когда она будет с утекания работать, вот посмотрите. Вот плюс один, плюс два, плюс один, плюс два. Ну, видите, что делается. Нету отхила просто. То есть бесполезно. В принципе, у нее дефа и так хватает. Ее 400-500 пробивает, но будут 2000 пробивать. Вот этот вот сборка плюс утекание вот 8, там даже 5, какое у вас есть, я думаю, этого тоже вполне хватит. И тут просто сейчас бешеный будет. Так, пусть сейчас сольют. Да сливайте ворожея, чтобы я бабульку на фрейе выпустил. Свален, который не может прибить ворожея. Ну там ворожей у меня тоже топовый. Сейчас попробуем фрейю зарядить. Ну вот опять же, такая сборка. Вот, наконец-то. Вот, просадили его. Смотрим. Ого, нифига себе. Посмотрите, какой там урон она держит. 697 отхил, но посмотрите на урон. Лям. Это что было? Обалдеть. Жестко. Вот, честно говоря, Фрейя такая удила. Наверное, там максимальный просто урон стоит, потому что, ну, так еще никто не пробивал. Но это нереально жесткая Фрейя. Надо будет свою затестить. Ну-ка, давайте здесь запустим. 30-е, 13-е, видите, и Фрейя пробивала. Удивительно. Плюс там, наверное, смотритель еще был, потому что просто так. У нас, в принципе, отхил 600. Может, просто мы не включались, либо снимали, хотя не должны дев снимать. Вот молчание. Вот видите еще, какой вариант есть борьбы с Махатмой? Молчанка от землеройки. И вы никуда не денетесь от этого. То есть молчанка накидывается, и все. И это как смотритель. Это печаль. Давайте попробуем через землеройку запустить. Вообще капец. Просто тупо 30-е разрывают. Странно. Максимальный такой деф, и ее все равно шатают. Это жесть, ребят. Ну, землеройка, конечно, но все равно землеройка не должен так дамажить. Вот посмотрите, смотритель 79, 60. Давай, Махатма, тащи. Вот недомогание сработало, смотрим дальше. Вот зацепилась она, вот теперь вот нормальный урон. 1200, 1100, 200. Ну, Фрейя, конечно, дамажит. Какая тут Фрейя? 29-я, 13-й скилл тоже максимальная. Но все равно, посмотрите, здесь 930, по-моему, было. Странно как-то. Там миллионы просто вылетали. Ну, там криты, конечно, были миллионы. Но все равно она должна это все. Правда, мы немножко уменьшили, получается, скорость атаки. Но, в принципе, мы добавили дефа. Вот, теперь она как-то странно, очень странно. Смотрите, все равно поляму проскакивает. То, наверное, от смотра больше.
Ну, это, конечно, смешной урон с руки по 5000 у космоса, скилла по 27-28, у нас 400 отхил. Нас просто один ангел может отхилить, но единственное, видите, что космо делает? Сейчас, наверное, они убьют. Вот все бесполезно вообще, убили просто. То есть, не такая уже она имба на сегодня, если посмотреть против других максимальных героев. Я, честно говоря, удивлен. До этого она, блин, ну конечно, на 20-е будет разрывать, но вот против максималок как-то странно. Ну вот сейчас нормально вроде, но сейчас пока только еще не дамажит толком. Сейчас ближе подойдем, посмотрим. 700-ка от хила, вот это вот хоть что-то радует. Так, Фрейя начала бить, 2, 8, ну вот это реально ее деф. 27 тысяч. Все равно проседает 800. Но ворожая, как видите, не убивает. Двести пятьдесят ворожая от хилы. Там, наверное, ну, не наверное, точно тоже Holy Conviction. Священный суд стоит, потому что такой отхил только с ним может быть. Тан-тан-тан-тан-тан. То есть никак не пробиваем, к сожалению. А ну-ка давайте соберем ее на максимальный деф. Ой, деф говорю, на максимальную атаку. Вот интересно уже, вот коли начали такое дело... Посмотрим. Но вот изначально с необузданной яростью вот у меня была. В принципе, она показывала себя как-то, мне кажется, покруче, может, из-за этого. Но сейчас мы ее вообще переоборудуем. И сделаем из нее жесткого максимального дамагера. И пакт влепим. Ну, утекание тоже, наверное, оставим пока. Потому что без утекахи. Заодно посмотрим разницу, есть ли смысл. Че, влепим ей еще панчбокса. Максимально. Ну как-то, блин... Не оправдала. Мне больше она раньше нравилась. Не знаю почему. Сейчас посмотрим. Так, этот противник у нас уже был. Отлично. Посмотрите. Просто небо и земля. Вот видите, просто ударили раз-два и все. Это та Фрейя, которая реально дамажит дофигища. То есть смотритель плюс она и все. Все просто аут. Так, тут землеройка, но надо поискать базы, где землеройка не будет так заряжаться. Так, космо. Видите, практически на всех базах стоят космо. Ну, такие базы очень легко проходить. Космо, Фрейя. Так, отлично. Вижу розу. Поехали. Смотрим. Посмотрите, какая разница в отхиле, конечно. 183к. И это печаль. Это реально печально. Как-то, ну, вообще не прочувствовалось. Теперь я понимаю, что все-таки СО для нее это был самый лучший вариант. Минотавр. Ну, тут понятно, панчбокс. Может, там отражалка была? Как-то очень непонятно, скорее всего, потому что тут просто заоблачный урон. И скорее всего, что отражалки дофига. Ну посмотрите, мы просто ничего не можем сделать. Мы выпускаем, нас смотритель с героем, ну, просто убивают автопрокеры. То есть, по сути, такая сборка, ну, не знаю, на такие локации, на битву гильдий, беспонтовая будет просто. То есть, деактивируем космо. Пойдем через ворожая. Пофиг, посмотрите, какой урон проходит. Ну, вообще бесполезно. Давайте посмотрим на подземках.
Вот ради интереса. Мне интересно посмотреть, какой же все-таки там вот хил. Урона понятно, что здесь просто будет сейчас улетать все. Такой сборки. Посмотрите на этот урон. Так, тут мы отхил не протестим, тут мы просто все разрушили. Давайте на кошмарку. Семерку бесполезно, давайте на пятый посмотрим. Так, интересно, ворожая они пробьют? О, может он сейчас и сольется на этом, на Атланте. Не, в принципе, он не должен слиться. Ладно. Поехали. Ну тут дамага, блин, просто лютый дамагер. Мне кажется, она тут просто все сейчас вырубит нафиг. Посмотрите на этот урон. Какой там череп? Череп даже не добегает. Ну это вот для таких локаций, возможно, такая махатма будет интересна, но... Ну, она не универсальная. Давайте 7-1 попробуем. Может здесь она будет тащить хоть как-то. Так, давай, ворожей, заходи. Заходи и сливайся. Сейчас еще ворожей соло затащит. Я буду ржать. Это вполне реально, ребят. Так, ладно, уберем его. Что-то у нас не то тестится. Поехали. Так, смотрим. Дамага тут, конечно, у нее просто тьма. Отхил 183к. Ну, маловато отхила. Реально маловато отхила. Видите, все-таки Holy Conviction, мне кажется, поинтереснее будет. Дамага, конечно, много, но толку от этого никакого. Герой сливается. Да, если она попадет, особенно на PvP локациях. Но если она попадет на отражалку, она точно так же сольется. Посмотрите, 1.5 ляма. Ну и все, она слилась. Не знаю, такое себе. Ну, такой вариант попробуем. Немножко дефа добавим. Ради интереса. Чтобы увидеть разницу. Да, дамага явно меньше, но посмотрите на деф. Вот насколько разница. Пак, да, который убирает еще, по сути, 15 у вас. И который ESO, который добавляет жизнь. И отхил уже по 300. Уже поприятнее отхил у вас и 320, и 183, в два раза практически. Плюс у вас деф обалденный. Без проблем, смотрите, без проблем. 7-1. Я думаю, тут тоже будет без проблем зайдет. Может, она и соло их еще затащит. Все подземки. Ну, вполне может. В такой сборке это вполне вероятно. То есть, как видите, она бешено рубит. И дальность атаки у нее очень обалденная. Ну, 49%. 50 прошли. 7-3. Тоже очень противная подземка для многих. Просто на изи. Сколько мы раньше мучились с ней. Ну вот смотрите, панчбокс и вполне нормальный дамаг. Вот что-то универсальное. Панчбокс атаку дает, убивает ближников. Отхил у нее за счет утекания. СО дает жизнь и дает... деф, и это вполне 55%, то есть можно на 100 проходить спокойно.
Давайте попробуем. Это тут, конечно, вот эта жесткая подземка. Думаю, тут 50% должна она шугануть. Ну, посмотрим. Запросто, мне кажется, она нафигачит. Конечно, тут такой набор героев, посмотрите. Ну, вот это, конечно, нечто. Это реально жестко. 42%. Да, она возьмет все даже, наверное, 100%. Просто изи, ребят. Супер. Вот эта сборка вот реально универсальная. То есть и урона хватает, и дефа хватает. Что еще надо? Вот тут 100% гарантированно будет. Случайно выпустил. Хорошо. Поехали на пятую. Коли такое дело. Тут уже посерьезней, да, вроде казалось бы. Ну, сейчас посмотрим. О! Вот чего, видите, чего боится. Даже в такой сборке отражалка на хроне сработала, и все. И досвидос. Но видите, все без магии. То есть мы проходим без магии. Свободно. Сейчас, если опять хрон включится, не успели. Дальше, думаю, затащим без проблем. А можно было просто выше выкинуть ее. У нее нету иммунитета, у нее есть, точнее, иммунитет к стану, то есть стан ей не страшен. Единственная отражалка, ну, в принципе, я думаю, без проблем. Просто изи. 41%. Жесть урона, конечно. Это, знаете, это то же самое, что мы вот бьем сейчас этих героев, как они нас раньше долбили. Мы просто в шоке были, насколько было сложно выкинуть героя. Тут просто без магии. Просто соло она вытаскивает. Но сейчас то же самое вариант у нас с восьмой кошмаркой. Вот хрон включился опять. Ну, сейчас мы можем просто слиться. Не, просто изи. То есть тут тоже. Поехали следующую. Тоже очень больная для многих подземка. Давайте попробуем. Ну, посмотрите, 8%. И пошла, понеслась реально. Да пофиг. Пофиг мне ваши блокировки, уроны. Медузы. Анубисы. Просто как детей раскидывают. Это смешно, конечно. Самое интересное, что она с себя снимает дебафы все. То есть она снимает дебафы и, ну, то есть, и пофиг. Пятьдесят процентов есть. 7-7. Ну, это подземка легкая. Так, а что я ворожаю кину? Ладно. Тут тот же самый вариант, она вообще на изи проходится. Так, а ну-ка давайте 7-8. Тут поинтереснее должно быть. Мы проходим, ребят, без магии. Это просто жесть. Если раньше там мучился, блин, с магией этой долбились, это просто, вот посмотрите, это просто унижение для этих подземок. Один герой, просто бездонатный, причем герой. Да, максимальная прокачка, потому что, ну, у меня тут все герои максимально. Я думаю, нет, 20-й прорыв, наверное, так тащить не будет. Надо будет все-таки затестить Махатму с 20-м прорывом. Посмотреть, что она сможет сделать. Это, конечно, бомба. Просто тупо швыряет всех. Такая зона атаки просто жесть. Вот посмотрите. Песня. Песня, а не герои. Ронины что-то там. Ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе. Смотрите, что они творят. А, анубисы процентуально бьют. Вот вам. Ну, без проблем. Просто без проблем. А, там череп. Нифига себе. Убили 49%. Ну ладно, считаем, что прошли. Так, вот это интересно будет посмотреть. Тоже, блин, мучений столько с ней было. Вспомните, кто бегал, блин, эти подземки проходил. Просто нереальное что-то. Какой одержимый? До свидания.
Обалдеть. Ого, ничего себе. Видали? Вот уже сопротивление пошло. Давайте еще разок попробуем. Ну, там у нас тотем мы его не обезвредили. Вот так вот. Жестко. Интересно, вот уже появился интерес к прохождению. Давайте попробуем по центру туда кинем. Вот сюда. Смотрите, раз, фух, и все, и нету. Просто тупо ушатали. Окей, значит, попробуем через сердцеедку. Давайте тогда, через Арктику. Нифига себе, просто улетает. Неждан, неждан. Конечно, я уже видос вам затянул, но думаю, он познавательный очень будет для многих. Ну, интересно, сможем мы 50% набрать? Конечно, тут жестко дамажит башенки. Ух ты, Ронька, ты посмотри на него. Нифига себе. Вот так вот, ребятушки, не все так просто. Давайте поставим тогда ангела сюда вместо панчбокса. Может, это нас спасет. А это я уже пошел на... Такс, ну давайте попробуем еще разок с ангелом. Может быть, панчбокс. Видите, здесь очень много героев. Вот смотрите, Ара нас заблочил, мы сняли себе просто молчанку. Срать мы хотели. Сейчас вроде получше идет. Кто его знает. Посмотрите на эту Арктику противную. Так, тихо, ша, восстанавливаемся. Никто не говорил умирать. Тащим. Я сказал, тащим. Хорош, красавица. 37%. Жесть, ребят. Кто-то герой, блин. Действительно, обалденнейший герой. Так, ну тут мы, конечно, натянули много на себя. Ну, 45%. В принципе, можно пройти чуть-чуть ниже, выкинуть, пошла бы, то есть... Поддается. Один герой набирает 45%. Это жесть. Ну, поехали. Посмотрим, что здесь у нас получится. Конечно, здесь тотемы есть, но я думаю, тоже можно будет пройти. Процентов 50 должны набрать. В общем, такая сборка реально показывает себя намного круче. Да, урона не столько, но его вполне хватает. Этого усиления с головой хватает. Плюс у нее куча разных фишек есть, то есть она не боится стана, снимает. Давай тащи эту медузу. Противника, блин, нашли. Вот дронины еще могут нервы попортить. С панчбоксом было бы интересно, хотя какие ронины, там один ронин остался. Просто смешно на это смотреть. Сколько мы раньше мучились. Сейчас просто изи. Посмотрите на это. Ну, это просто божественный герой. Нереально крутой. 54%. Единственное, тут тотем есть Атланта. Если он сейчас где-то включится, то сольемся нафиг. А так,
Просто изи все. Ну, тут без проблем. В общем, такой вот герой, ребят. Что я могу сказать? Сборка обалденная, 13-13, по сути, ей дала немножко урона. Возможно, это где-то заметно, но для меня это незаметно. Как было раньше имбой, так и есть. Посмотрели пакт. Как видите, пакт себя не оправдывает на ней никак. Тащит, тащит. Что еще надо? Знаю, успеем, не успеем. Наверное, не успеем. 21 секунда. Да, скорее всего, не успеем. Ну, в любом случае, есть для этого не один герой, есть несколько героев. Возможно, знаете, с этим, с необузданной она бы успела. А тут, конечно, вроде и урона больше, но... В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Давайте еще, кстати, давайте еще на забашке ее затестим. Блин, я тут, конечно, жесть даю. Ну, она на ЗБ будет тащить, она и тащила всегда на ЗБ. У меня противники слабенькие. Как эти смертушки раздражают. Противников нет. Я, как обычно, забываю. О, отлично. Итак, смотрим. Там тоже есть Махатма. Тут, конечно, стана куча. Но у нас отхил. Хватает отхила, дефа хватает. Мы время просто... Даст видос, ребят. Даже если у вас в 5 раз больше... Нам это полностью пофиг. Этот надоедливый Анубис, блин. Все равно шушатаем. Давай тащи! Отлично. Тащит, тащит. Может, сейчас еще найдем пачку с огником, если повезет. Роза. Давайте этого попробуем, посмотрим. Может, тут хоть, к сожалению, вторые эволюции. Ух ты, сколько там дамага прилетает нам. А нам все пофиг. А нам все пофиг. Нам Фрея пофиг. Что там Фрей бьет? Фрей уже нет. Единственное, кто остался, это Лазуля, который сейчас может ушататься очень быстро. Не, держится, держится, посмотрите. Чуть-чуть ему осталось. Нифига себе, затащит. Затащил. Красава. В общем, такая вот Махатма. Пишите комменты, что вы думаете. Кто досмотрел до конца, тот молодец. Еще жахнем, думаю, попробуем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ребята, ребятушки, сосямбрик, полный сосямбрик,
Это жесть, ребят. Она их просто развалила. Она сказала им до свидания. Жесть. Вот так вот. Какая вот имба. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.